малышку про. Пытается снять влог, который я все никак не могу снять и смонтировать. Делает за меня грязную работу. Всем привет, ребята! Всех со светлым праздником Пасхи. Поздравляю православных всех. Да и не православных тоже поздравляю, просто со светлым праздником, с хорошим днем. Желаю вам всем мира и гармонии в душе и теле, добра, чистоты всевозможной, красоты всевозможной. И помните о том, что если вы хотите изменить что-то к лучшему, начинайте с себя. Все, я закончила. Умничать больше не буду, честное слово. Я еду в Крокус с Микининым. У меня сегодня два выступления. Первый в Крокусе. Первый, собственно, в Крокусе Микинина, второй в Крокусе в Кунцево. Так что, если вы вдруг не знаете, чем заняться сегодня вечером, то у вас еще есть время, приезжайте в Крокусе в Микинина, который находится с основным Крокус-сити. У меня выход в 6:15, а во втором, ну, что-то там, короче, попозже, в районе 8. Так что подтягивайтесь, буду петь новую песню, буду петь старые песни и буду вас заряжать хорошим настроением, потому что у меня настроение просто отличное. Надеюсь, никакая мне не испортит до выхода на сцену. Никакой нехороший человек. И поэтому, если вдруг вы грустите, не дай бог, то подтягивайтесь к нам. Ну все, иди отсюда. Иди отсюда. Это мой эфир. Лети за мной сегодня, я обязательно спою. Аж два раза и там. Пока петь не буду, потому что я еще не распелась. Я признаюсь честно, я немножко болела. 2 недели лечилась. Вот. И пока не рискую петь без распевок. Ну, в общем, на самом деле петь без распевок нельзя, потому что связки — это те же мышцы, и давать какую-то нагрузку на них без разминки, растяжки не очень полезно, как и в спорте в любом. Так что если вы вдруг поете, занимаетесь вокалом, имейте это в виду. Лучше хотя бы чуть-чуть помычать, попеть что-нибудь перед тем, как начинать действительно вокализировать в полную силу. Голос будет лучше звучать, действительно. Так, у меня тут запросы на прямые эфиры. Всем здравствуйте. Всем приветики. Почему так мало детей? У кого? У меня? У меня вообще их нет, ребят, к сожалению, пока. Только крестные есть дети, двое. Так что вот так вот. Сейчас посмотрю, что у нас тут с запросами. Так, ну вот вы знаете, объясните мне одну вещь. Я когда добавляю человека в эфир, как я могу его потом отключить? Только завершив эфир или нет? Вот расскажите мне. Просто я уже несколько раз на это попадалась и приходилось завершать эфир. Потому что я не умею просто завершать человека. Сама вожу иногда сажусь за руль, но не всегда. Когда опаздываю или когда нужно что-то сделать, там кому-нибудь написать сообщение, что-нибудь выложить в социальные сети, то я сажусь на пассажирское кресло. Вот как его одного отключить-то? Я вот понимаю, что можно, а вот как — не понимаю. Я идиот. Я не знаю. Крестик в правом углу экрана. Спасибо. Это было предсказуемо, но я почему-то его никогда не вижу, этот крестик. Так, ну давайте с кем-нибудь поговорим. Окейушки. Я правда... Фильм любимый, ну пусть будет «Знакомьтесь, Джо Блэк», с Брэдом Питтом. Старый фильм, очень хороший. Брэд Питт там, конечно, катастрофически хорош, но и вообще фильм такой с очень приятным послевкусием, с очень правильным смыслом. Если не смотрели, посмотрите, правда. Фильм старый, но он действительно стоящий. А из последнего, из того, что я смотрела, мне очень понравился мультфильм «Приключения Коко». Вот такой. Все рыдают, я тоже рыдала. Очень хороший мультик, прям такой классный. Пытаюсь подключить в прямой эфир человека, но почему-то не подключается. Не знаю, то ли связь,
то ли человек не отвечает. Почему я снимаюсь в кино? В кино снималась, но, кстати, фильм, в котором я снималась, который называется «Волшебники», так и не вышел. Должен был выйти в эфир Первого канала. Но, насколько я знаю, есть какие-то проблемы между каналом и режиссером. Я не знаю, знаю это по слухам. Но, тем не менее, фильм так и не вышел, хотя там очень хорошие актеры. Ира Старшенбаум, Митя Хрусталев, Юра Чурсин, собственно, я. Короче, ребята, я заезжаю в подземный паркинг Крокуса, поэтому, к сожалению, сейчас пропадет связь. Я вас всех целую, жду вас сегодня всех на концертах. Если вдруг вы не успеете доехать, включайте прямой эфир Муз-ТВ, 6.15 мой выход, а потом телеканал «Жара». Целую всех еще раз с Пасхой. Хорошего.